Всем привет! Очередная посылка из Китая с сайта AliExpress, которую заказывала жена. Распаковывать будем при помощи ножа Венгер. И первая у нас посылочка из Китая, которую заказала жена. Здесь у нас две одинаковые пилочки. Аккуратненько вскроем все это дело и посмотрим. Вот такая пилочка для ногтей. Футлярчики. Ну, думаю, она будет довольна. Две такие пилочки уходят в рюкзак и едут домой к жене. Ссылка на данные пилки будет в описании. Цена у них там вообще смешная. Хотя, в принципе, можно найти по 9 рублей. Ссылка на 9-рублевый тоже будет в описании. Всем пока! Всем, кому понравилась распаковка, всем, кому интересен мой канал, подписываемся, ставим лайк, либо дизлайк, оставляем свои комментарии. Всем пока!